Часть дорог в республике в этом году планируется отремонтировать опережающими темпами за счет оборотных средств подрядчика. Об особенностях дорожной кампании 2024 года рассказал заместитель председателя правительства, министр строительства и ЖКХ республики Коми Андрей Чибисов. Дорожный фонд региона в этом году около 7 миллиардов рублей, а с 2025 он будет существенно расти. Сейчас мы проводим активную работу с Росавтодором федеральным, с тем, чтобы нам, как в прошлом году, позволили опережающими темпами забрать средства 2025 года и использовать его в 2024 году. Мы подали заявку на 700 миллионов рублей. Параллельно мы отрабатываем с потенциальными подрядными организациями заключение трехлетних контрактов с условием, чтобы они приступили к работам без аванса и выполнили часть работ в 2024 году, а средства начали получать уже в 2025-2026 году, когда у нас дорожный фонд более наполнен. В этом году планируется отремонтировать 58 километров дорог. На эти направления уже нашли подрядчиков. Еще около 60 километров планируют привести в порядок как раз опережающими темпами.